понравилось сегодняшнее утро? Good. Who is going to fall asleep this afternoon? Кто будет засыпать сегодня после обеда? I'm not. I'm just resting. Я просто отдыхаю. This session I want to talk about testimony. А вот на этой сессии я хочу поговорить о свидетельстве. Okay, first I'm going to give you a test. Первое, что я сделаю, это я проведу тест. I'm going to tell you to look for something in the room. Я попрошу, чтобы вы или нашли что-то в этой комнате. And I'm going to give you 10 seconds. И я вам дам на это 10 секунд. So you have 10 seconds. У вас есть 10 секунд. To count. Чтобы посчитать. The number of white shirts in the room. Число белых кофт или рубашек в этом зале. Go. Начинайте. 10, 9, 10, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. Okay, sit down. Можете присесть. Time's up, time's up. Все, время закончилось. Присаживайтесь. Okay. Are you ready? Вы готовы? Here's the question. Вот вопрос. The question is, вопрос следующий. How many blue shirts are there? Сколько синих рубашек или кофт здесь? There is one for sure. Who thinks I'm crazy? Кто думает, что я сумасшедший? What's the point of the exercise? Какой смысл в этом упражнении? Who noticed all the blue shirts? Кто заметил или смотрел на синие кофты, рубашки? When you were looking for white shirts, did you notice the blue shirts? Когда вы искали, смотрели белые рубашки, замечали ли вы синие? Нет, нет. Because you get what you're looking for. Вы воспринимаете или получаете только ту информацию, которую вы ищете. Same with vehicles. Точно так с машинами. Who has ever purchased a vehicle? Кто из вас покупал машину? Good. Хорошо. And you're looking around, what vehicle shall I get? И, конечно, вы всегда смотрите, какую же мне машину купить. I'm going to buy a Russian-made vehicle. Я куплю русский автомобиль. It's going to have four wheels. У него будет 4 колеса, 5 колес, 6 колес. 6 wheels? 6 колес. It's got a steering wheel and a spare wheel. А, там будет запасное колесо и еще руль будет. Поэтому 6 колес. It's going to be white. Белого цвета. It's going to be the coolest vehicle. No one else will have it. И это будет самая крутая машина, которой ни у кого нет. And you finally save up the money and you buy. И наконец-то ты your vehicle. Собрал эти деньги и купил свою машину. As you're driving out, и когда ты выезжаешь, you see the same vehicle everywhere else. Ты видишь этот автомобиль везде. Have you noticed that? Вы замечали такое? Because what you think on and what you're looking for is what you see. Потому что то, о чем ты думаешь и на что ты смотришь, то ты и видишь. We were talking at lunchtime. Во время обеда мы говорили. And the amazing thing with testimonies. О прекрасном, о том, что свидетельства, они имеют прекрасную силу. And God doing the supernatural around us at work. И Бог делает сверхъестественную работу среди нас на работе. If we're not looking, we can miss it. Если мы не ищем, мы можем пропустить. Если мы не смотрим, мы можем пропустить. We're looking for white shirts, but he is doing blue shirts. Мы ищем белые рубашки, но он делает синие рубашки. Revelation 12:11. Откровение 12:11. They overcome. Они победили. By the blood of the Lamb. Его кровью Агнца. By the word of their testimony. И словом свидетельства его. And they do not love their lives to death. И не возлюбили души. Души своей даже до смерти. So who wants some tools to win at work? Поэтому кто из вас хочет приобрести инструменты для побед на работе? Some people. Некоторые. And they,
And then the Christians are like, oh no. И христиане говорят: нет, не главное побеждать или выигрывать. You don't have that in Russia, do you? В России, наверное, такого настроения нет. In California, it's all about participation. А в Калифорнии всегда хотят в чем-то участвовать. Who plays sport just to participate? Кто играет в спорт просто, чтобы участвовать? You don't get prizes for participation, you get prizes for winning. Награды за участие не дают, награды дают за победы. When you stand before God, he's not going to give you a certificate for participation. И когда вы будете перед Богом, Бог не даст вам сертификат участия. Did I win the race? Победил ли я в этом истязании? So I want to win. Я хочу выиграть. He's given us some tools to win. И он дал нам определенные инструменты, которыми мы можем выиграть. They win by the blood of the Lamb. Они победили кровью Агнца. So what Jesus did is full and final. То, что сделал Иисус, оно достаточно и окончательно. There is no sickness, no disease, no problem that he did not pay for already. Нет болезни, нет диагноза, нет проблемы, за которую он уже не заплатил. And you say, well, I'm not experiencing that. Но, возможно, ты скажешь, что я этого не переживаю. I understand. Я понимаю. It's, there's a process and a journey. Потому что есть процесс в путешествии. But 2000 years ago, Jesus already paid for it. Но 2000 лет назад Иисус уже заплатил and за we're это. In the process of working it out. И мы в процессе того, чтобы это работало. So that's number one. Первое. And number three, третье. They did not love their lives to death. Не возлюбили души своей даже до смерти. Which means that I give up my right. Это значит, что я отдаю свое право to my life. На мою жизнь. When I come into the kingdom, I come on my knees. Когда я прихожу в царство, я прихожу на своих коленях. And I lose my head. И я теряю свою голову. Voluntarily. Добровольно. So I give up my life to Christ. Я отдаю свою жизнь Христу. So my life is no longer my own. Поэтому моя жизнь больше не моя. It's like, well, it's not going according to my plan. Ну, это ж не соответствует с моими планами. But that's okay, because you're a citizen of heaven. Ну, это нормально, потому что ты граждан небес. So if God works it out in this life, that's really good. Если это будет работать в этой жизни, значит, это хорошо. And if you die in the process, that's also good, because you, I know where you're going. А если вы умрете в этом процессе, это тоже хорошо, потому что вы будете знать, куда вы придете. The only problem is if you die slowly. Единственная проблема, если смерть будет долгой. But I want to talk about that number two. Ну, я хочу поговорить теперь о втором. They overcame by the word of their testimony. Они словом свидетельства своего победили. One of the keys to invite more of God into your workplace is through testimony. И один из ключей, как приглашать больше Бога на свое место работы через свидетельство. Another name for testimony is good news. И другое имя или имя для свидетельства – это добрая новость, хорошая новость. A God is only good. Бог только хороший. He inhabits good news. И у него есть хорошие новости. If I want to see more of God in my workplace, если я хочу видеть больше Бога на своем месте работы, I repeat good news. Я буду повторять хорошую новость, благую весть. So what does that look like? Как это выглядит? What's the quickest way to ruin the atmosphere in this meeting? Как наиболее быстрым образом испортить атмосферу на нашем собрании? That's really easy. Очень легко. I'd pick up the newspaper, взять газету, and I'd read it out loud to you. И я буду зачитывать ее. Here's the depressing problems that we're facing. И вот все депрессии, которые перед there's нами. Global warming. Глобальное потепление. You know, the atmosphere is getting terrible. И атмосфера загрязняется. And there's crime. Преступность. And the crazy Americans look. I don't know what they're doing with the election this year. И эти сумасшедшие американцы даже не знают, что происходит, что будет с выборами в этом году. And there's a storm coming.
to Krasnoyarsk next week. И на следующей неделе будет штом в Красноярске. Что я буду делать? If you want a negative atmosphere, you just repeat the bad news. А если вы хотите отрицательную, негативную атмосферу, просто повторяйте плохие новости. But God is only good and he habits good news. Но у Бога, Бог только хороший, и поэтому Он содержит хорошие новости. The Ark in the Old Testament. А ковчег в Ветхом Завете. It's called the Ark of the Covenant. Его называли ковчег Завета. It's also called the Ark of the Testimony. И также его называют ковчег свидетельства. So you know the Ark, the gold box. Вы знаете этот ковчег, который был золотым ящиком. And inside they put the tablets of stone. И в него они положили 10 заповедей эти. And branch that budded. И жезл Арона. Да. And then on top of the ark, и сверху there were like two angels, two cherubim, one facing this way, one facing this way. Сверху этого ящика было два херувима, один смотрел в эту сторону, другой в эту. And the piece in the middle was called the mercy seat. И вот это место между ними называлось место милости. And the Bible says that when they would come to the mercy seat, he would meet with us there. И Библия говорит, что когда мы войдем в это место милости, Он встретится с нами. Where's the mercy seat? Где является место милости? On top of the ark of the testimony. Сверху ковчега свидетельства. Pastor Bill was just talking about a week ago. И наш пастор Билл где-то неделю назад говорил. Jesus in the tomb. Иисус во гробу. As it Mary comes to look for Jesus because she's heard that he's gone. Мария пришла, чтобы посмотреть на Иисуса, stone's rolled away, потому что она услышала, что she его там нету. Камень отвален, она заходит, and she sees an angel at one end, и она видит ангела с одной стороны and an angel at the other end, и ангела с другой стороны. But the body of Jesus is gone. Но тело Иисуса отсутствует. Can you see this? Видите? Angel one side, ангел с одной стороны. Angel other side, ангел с другой стороны. And she turns around, and there's Jesus. И она разворачивается, и вот он, Иисус. Jesus is the mercy seat. Иисус и есть местом милости. And when I tell stories of what he has done and he is doing. Когда я рассказываю историю о том, что он сделал или делает, he does it again. Он повторяет их. Revelation 19:10. Откровение 19:10. Worship God. Поклонитесь Богу. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Потому что свидетельство Иисусова есть дух пророчества. So when I tell what he's done, what he's doing, it prophesies more to my future. Когда я говорю о том, что он сделал, о том, что он делает, это пророчествует в мое будущее. So what kind of future do you want? Поэтому какое будущее ты хочешь? I can tell the kind of future you will have by the stories that you are telling. И я могу сказать, какое будет у тебя будущее в соответствии с историями, о которых ты говоришь. Who has ever purchased something online? Кто из вас покупал что-то в интернет-магазине? Yeah? How did you decide what you were going to buy? Как вы принимали решение, что вы будете покупать? Did you look at reviews? Вы читали отзывы? This means да, this means нет. Это yes, значит да, это значит нет. Reviews are the same as testimony. Отзывы, они так
работают так же, как и свидетельства. So testimony is a currency of business. Поэтому свидетельство – это валюта бизнеса. Should I do business with this man? What was your experience? Стоит ли мне делать бизнес с этим человеком? А у тебя какой опыт? And he tells me a testimony of the business. И он мне рассказывает свидетельство о бизнесе. So if I want the business of heaven, и если я хочу бизнес небес, I tell the stories of what God's doing. Тогда мне нужно рассказывать истории о том, что делает Бог. So we can, может быть, мы сможем. Show you some pictures. Я хочу показать вам фотографии. Is that okay? You're allowed to show pictures? Можно показать вам фотографии? So what's that? Что это? So I heard testimonies. Я слышал свидетельства of some friends of mine who went into a hospital. Моих друзей, которые пошли в больницу. Everywhere in the hospital they went, they released the presence of God. Куда бы они ни заходили в этой больнице, они высвобождали God, присутствие Божье. We invite you here, God. We invite Бог, your presence. Мы приглашаем тебя сюда, мы приглашаем твое присутствие. And they're looking for people to pray. И они ищут людей, за кого помолиться. But, because you can't go into the rooms without being invited. Потому что, ну, ты не можешь просто зайти в комнату без приглашения. And they only find four. И они нашли только четверых. Oh, that was crazy. A whole hospital, we only got to pray for four people. И они говорят, что такое? Здесь целая больница, а мы всего лишь помолимся за четырех человек. Going throughout the whole hospital, just praying and inviting Jesus to come. И вот они шли по этой больнице и приглашали Иисуса. And they get back to where they were staying. И они пришли в то место, где они находились. They're like, what, God, why? И они говорят, Бог, почему? Was that a waste of time? Потратили ли мы время просто впустую? The next day they get a call. На следующий день им звонят. The administrator from the hospital. Администратор больницы. Goes to that local church. Который ходит в их поместную церковь. And she said 50% of the patients went home overnight. И они говорят, что 50% больных ушли домой этой же ночью. Now pause for a moment. Остановитесь на минуту. Okay, what do you feel right now? Что вы чувствуете сейчас? Depressed? Депрессию? Or do you feel faith? Или вы чувствуете веру? Do you feel encouraged and inspired? Вы чувствуете вдохновение? Is it an atmosphere of hope or an atmosphere of depression? Создается ли атмосфера надежды или атмосфера депрессии? What's the biggest currency to increase in business? Какая самая большая валюта для умножения в бизнесе? Hope. Faith. If I'm depressed about the future, если я в депрессии о будущем, oh, the president, oh no, what am I going to do? Президент, что я буду делать? Will I increase? Буду ли я расти? Will I take risk? Буду ли я рисковать? Нет. Of the increase of his government and peace, there is no end. Умножение владычества его нет предела. So what's your mandate? Поэтому какой ваш мандат? Increase. Умножение. So what do you need in order to increase? Поэтому что вам нужно, чтобы умножаться или расти? I need hope. Я нуждаюсь в надежде. What if there was not a single business in your city that did not have an atmosphere of hope? А если бы не было ни одного бизнеса в вашем городе, который не имел атмосферу надежды? I need hope to expand. Мне нужна надежда, чтобы расширяться. I have an anticipation of good for the future. У меня есть предвкушение хорошего в будущем. Who is the spirit of hope? Кто есть духом надежды? The Holy Spirit? Дух Святой. So when I tell stories of what he's done, I see more of the atmosphere of Christ around me and the impossible becomes logical. Поэтому чем больше я говорю о
том, что Он сделал, тем больше я вижу в своем окружении Христа и возможностей к невозможному. So I heard the testimony about the hospital. Когда я услышал свидетельство о больнице, I'm not called to hospitals. Я не призван ходить в больницу. I'm called to business. Я призван к бизнесу. So I start to think. Но я начал думать. What would that look like in a business? Как это может выглядеть в бизнесе? What is the greatest problem in business? Какая проблема или одна из больших проблем в бизнесе? Fear and anxiety. Страх и переживания. I'm scared of the future. Я боюсь будущего. What's the greatest antidote, the opposite of that? Какой лучший антибиотик? Peace and hope. Надежда и мир. Where in America is the greatest anxiety in business? Где в Америке самое большее переживание и страха в бизнесе? There's a clue on the screen. Мы можем это увидеть. In Wall Street, in New York. Wall Street, New York. The stock exchange. На валютном или фондовом, на бирже, да, на фондовой бирже. Are you with me? Вы понимаете меня? What would happen if we took the presence of God into the New York Stock Exchange? Что произойдет, если мы возьмем Бога и принесем на фондовую биржу? Should we do an experiment? Мы провели эксперимент. So I heard the testimony from a hospital. Я услышал свидетельство из больницы. And I translate that for my realm. И я перевел это на свой мир. And we got invited into the New York Stock Exchange on an educational tour. И нас пригласили на фондовую биржу в Нью-Йорк для обучающей прогулки. The presence of God is peace. А присутствие Божье — это мир. Peace undergirds confidence. Мир, который еще дает уверенность. Are you with me? Вы со мной? If I have confidence in your company, I will invest in your company. Если у меня есть уверенность в твоей компании, я буду инвестировать в твою компанию. If I have confidence in your country, I will invest in your country. Если у меня есть уверенность в твоей стране, я буду инвестировать в твою страну. Are you still with me? Вы со мной? So peace, the presence of God, мир, присутствие Божье, undergirds confidence, это делает или дает уверенность, and confidence undergirds an economy. И уверенность как бы колыбель экономики. So when I carry the presence of God, поэтому, когда я несу присутствие Божье, peace and confidence and hope, а уверенность, мир и надежду, and that fills an atmosphere. И это наполняет атмосферу. The economy should improve. Тогда экономика будет улучшаться. So we wanted to test it. Мы хотели испытать. We got invited into the stock exchange. Нас пригласили на биржу. We're walking around educational tour. И вот мы идем в этой обучающей прогулке. And they would invite us to pray for them. И они приглашают нас помолиться за них. So this man's a trader. Поэтому вот этот человек трейдер. See, and he says, he doesn't want to look awkward in front of his friends. И он, конечно, не хочет выглядеть глупым или странным перед своими друзьями. So he says, so come with me, come with me. Он говорит, пойдем со мной, пойдем со мной. And we don't know why we're coming with him. И мы не знали, почему мы с ним идем. And he takes us outside. Он, и мы выходим на улицу. And he says, during a recent hurricane, a tree fell on my car. И он говорит, вот в недавнем шторме дерево упало на мою машину, while I was inside. Пока я еще был в ней. And it's fractured my C2 vertebrae. И это повредило
мои диски. And so he can only move it partially. И он только отчасти мог двигаться. Your neck, not your body. Yeah. Okay. So he can only move it partially. И он только немного мог шевелить свою шею. And he has lots of pain. И у него было много боли. So he doesn't know that we've never prayed for a broken neck before. Он не знает, что мы никогда ранее не молились за шею с такой проблемой. And now we're outside the stock exchange. И теперь мы вот на улице возле фондовой биржи. So we pray for him and release the presence of God. И мы молимся и высвобождаем присутствие Божье. Except he's a businessman, so he doesn't know you're supposed to do this. И, ну, мы должны одно понимать. Он был бизнесменом, и он не знал, что нужно руки ставить вот так. He's got his eyes open. Eyes open the whole time. И он был, стоял с открытыми глазами. And then he takes a step back. He says, "I just felt warmth go through my body." И потом он сделал шаг назад и говорит, я почувствовал, как тепло пошло по всему телу. And then he starts moving his neck. И он начал двигать своей головой, no шеей. Pain. И не было никакой боли. What's happening? Что происходило? In an atmosphere of hope, anything can happen. В атмосфере надежды все может произойти. And you create hope by the testimony. И ты сотворяешь или творишь, делаешь надежду через свидетельство. We get invited up onto the podium. Нас пригласили на сцену, where they ring the bell and open the trading. А где они звонят в звоночек и открывают торги. Nobody gets invited up there on an educational tour. Никогда никого не приглашают на эту сцену, кто пришел туда and в целях обучения. We're just blessing everything. И мы благословляем все. We get invited into the boardroom. Нас пригласили к самым главным. Releasing peace and blessing. Мы высвобождаем мир и благословение. And then we're recording what is happening with the Dow Jones. И мы записываем, что происходит с Dow Jones. Индекс Dow Jones. The index. It's on a rising plane like this. И вот и шла вверх. Индекс шел вверх. First day it jumps up 150 points. В первый день он подпрыгнул на 150 поинтов. And I'm thinking, was that God? Was that just chance? И я думаю, был ли это Бог или просто шанс? USA Today, the newspaper. USA сегодня это газета. Reports the Dow's the index revival. И говорит, что произошло пробуждение на Dow индексе. I'm like, maybe. Я говорю, может быть. Oh, you doubter. Ах, как ты сомневаешься. Second day, we do the same thing. На второй день мы делаем то же самое. Another 150 point rise. Еще 150 поинтов. At the end of the week, к концу недели the newspaper, CNN, money, и газета CNN «Деньги» reports there's been a 2% rise across all three indices. Пишет, что был рост в 3% по трем индексам. But we don't know what caused it. Но мы не знаем, из-за чего это произошло. The world is waiting for you. Мир ждет тебя. Christ is the hope of the nations. Христос — надежда всех народов. Followers of Jesus should be the best business people on the planet. Последователи Иисуса должны быть лучшими бизнесменами на земле. Because we have the source of hope inside. Потому что у нас есть источник надежды внутри нас. We need to eat and repeat stories of good news. Нам нужно принимать и повторять благую весть или хорошие новости. We went to Durban, South Africa. Мы были в Южной Африке. We did a workshop on dreaming with God. И мы также провели там тренинг «Как мечтать с Богом». There's a man there whose name is Peter Stewart. И там был человек, которого звали Питер Стюарт. And he's a graphic designer. И он дизайнер
графический дизайнер. He has a dream to be a wildlife artist. И у него есть мечта, чтобы быть, чтобы рисовать или писать дикую природу. How many artists make money? А кто из писателей, да, картин зарабатывает деньги? So his family says, Peter, just stay with your normal job. И его семья ему говорит: Питер, просто оставайся на своей работе. You get paid well, don't change. Тебе нормально там платят, поэтому не меняй ничего. Он говорит: не, я хочу следовать за мечтой в моей жизни. So he gets up morning by morning and asks Holy Spirit to teach him how to do fine art. И поэтому он просыпается каждое утро и просит, чтобы Дух Святой его учил красиво писать картины. Within 6 months, через 6 месяцев, we need the next slide. Следующую фотографию, пожалуйста. One of the lion. Within 6 months, через 6 месяцев, his paintings get chosen for international art galleries. Его труды, которые он нарисовал, их избрали в международную галерею. And I want you to see the picture. Я хотел the lion. This is him. Oh, the elephant. That works. That works. Whenever I have a problem in my work. When you arrive. When I have a problem in my work. Когда у меня возникает проблема в работе. If I'll intentionally find testimonies of what God has done for someone else, He'll do it for me. Я намеренно ищу свидетельства, кому Бог что-то сделал в этой сфере. Can you see that? Можете видеть? That's a painting. Это картина. Баздахим? He sent me a painting of a lion. Он прислал мне картину льва. And I've never purchased art before. И я раньше никогда не покупал картины. So it cost me $300 to put frame around it and print it out. И мне стоило $300 просто чтобы рамку сделать на эту картину. And I was complaining. И я, конечно, жаловался. And then I found out that he sells the prints, just the print. И я потом узнал, что он продает копии. For $700 each. За $700 каждую. God inhabits testimony. Бог содержит свидетельство. Remembering and repeating good news sets up an ambush for God. Помнить и повторять благую весть — это дает место Богу. So we're going to do this. Поэтому мы будем делать это. Я хочу, чтобы вы собрались в группы по 4-5 человек и вспомните историю благой вести, хорошей новости. И, пожалуйста, говорите это на языке бизнеса, а не церковном языке. Поэтому очень конкретные пункты. Short, sharp, powerful. ККК. Коротко, конкретно и с концентрацией. What was the situation? Какая была ситуация? How did God intervene? Как Бог пришел? And what was the outcome? И что потом произошло? And as you share your story and listen to others, и когда ты будешь рассказывать свою историю и слушать других, be aware of what happens in the atmosphere. Чувствую, что будет происходить в атмосфере. Поэтому я ищу историю, что Бог сделал во мне, в особенности на месте моей работы. So, remember the story. Запомните историю. Вспомните историю. Простите. And now your conversation is loaded. И сейчас ваш разговор заряжается.
And you can change the atmosphere around you by telling the stories of good news. И сейчас вы можете начинать друг другу рассказывать эти истории благой вести. Повернитесь. And take some turns to tell stories. И расскажите хорошие истории.
you. Just go around and. Ah, okay. Should I just say? Shh. Okay, is this good? I speak to you like your mother. Shh. My mother speaks Russian. Shh. Я буду говорить вам как ваша мама. Shh. Okay. Who heard a testimony that really encouraged you? Кто из вас услышал свидетельство, которое вдохновило вас? From someone in your group. Из вашей группы. Who heard a testimony in your group that you think everybody should hear? И кто из вас слышал свидетельство в вашей группе, и вы считаете, что это свидетельство нужно услышать нам всем? Евгений, Красноярск. Занимаемся торговлей, закупили товар официально по документам. Через какое-то время приехала полиция и наложили арест. Сказали, что есть третье лицо, которому принадлежит этот товар. То есть все там, полиция, арест, то есть официально все. Приехал, деньги немалые, там порядка 7 миллионов. И приехал на храм, пастора увидел. Говорю, пастор, так и так. Он говорит, давай помолимся. Получает слово тут же в молитве. Говорит, бери елей, партнера своего. Езжайте, поливайте товар и молитесь на слове. Губитель не войдет. Делаем все по слову пастора. Уезжаем. Я уезжаю, у меня на следующий день надо было в Майами лететь на конференцию. Партнер написал исковое заявление, то есть я приехал сверхъестественным образом, полицейского уволили, который завел на нас дело, и аресты все сняли, все хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу вам рассказать о своем свидетельстве. Несколько лет назад я решила открыть кафе. Я купила нелегальное помещение, которое решила без документов еще и перестроить. Земли были в поселении сельхозминистерства. Я об этом не знала. И 30 мая я решила, 11 июня я открываюсь. Когда я пришла в Роспотребнадзор, на меня посмотрели, сказали, вы вообще откуда? Но в бизнесе я была немножко в другом, поэтому в налоговой у меня не было проблем, и там у меня все было открыто. Я говорю, да я вот такая-такая. Надо поехать посмотреть. Когда приехали, мне написали 21 пункт и сказали, нет, нужно переделать, то есть очень много переделать. Мне даже страшно стало, но я сказала, нет, 11 дней у меня на открытие, 11 июня, в День независимости я буду работать, 12 июня. Прихожу в архитектуру, а мне говорят, вы вообще откуда, это чье здание, и оно нигде не фигурирует, и его просто нет, и когда они выехали, посмотрели, сказали, очень много нарушений. Я решила, что я все-таки приеду к главному архитектору и попробую его убедить, что это необходимо открыть, потому что уже средств не было. И когда я пришла, простояла в очереди, я просто села около него и 3 часа просидела. Он говорит, я не нарушаю. Я говорю, выпишите письмо. И я через 1.5 месяца, имея уже какие-то средства, все это просто устраняю. Я даже не знаю, как Бог работал, но Он подписал. Меня спрашивают, что? Я говорю, все хорошо, слава Богу. Дальше у меня нет документов. Когда я пришла в министерство, я уже с ними познакомилась, я наняла юриста, и мы начали судиться. То есть раз идет судебный процесс, в принципе, здесь работать было можно.
Вы знаете, что самое удивительное? Я познакомилась в Роспотребнадзоре с начальником. И он мне сказал, мы не можем открыть. Я говорю, 3 месяца на то, чтобы я убрала. Ну, вы же понимаете, что я начинала работать. Но у меня такая была вот вера, и я не знаю, каким образом, действительно сверхъестественным, он подписывает мне бумаги. А, даже все работники были удивлены. Там был прям такой наказ, что нет. У меня еще и с водой были проблемы. Там нужно в районе 50 метров. Каким-то тоже чудным образом сделали документы, но я по ним не прошла и до сих пор сужусь. Вот уже, знаете, очень много лет. Ну, я как-то спокойно и думаю, все равно придет время, когда все будет так, как нужно. Через 2 года, я открылась 11 июня, но через 2 года я встречаю министра сельхоз на улице, Минсельхоз земель, и он говорит, ну как у тебя дела? Я говорю, сужусь. А он говорит, как у тебя дела? Я говорю, завтра 8 марта. Он говорит, да я в курсе. Я говорю, сделайте подарок. Он говорит, какой? Я говорю, а вы сделаете? Он говорит, ну попробую. Я говорю, пусть ваш юрист откажется. То есть мне нужны эти земли. Но я уже постройки сделала. И вы знаете, чудесным образом сегодня все это устранено. И у меня есть документы на землевладение, на имущество, на дома. И я благодарна Богу за это. Но я еще хочу сделать одно свидетельство удивительное. Сегодня во второй части Господь, знаете, вот настолько вдохновил, и 13:20, буквально за 10 минут, он такое благословение Бога и Отца. Причем это вот я знаю, что это всем. И с вашего позволения я его прочту. Сегодня я пришел сюда, к народу своему. Свою я жизнь тебе дарую и всех благословляю. Смотри вперед, иди вперед. Тебе я путь твой озаряю. Поверишь мне, тебя люблю. И снова я благословляю. И в благодати будешь ты, пока меня ты призываешь, твой путь я знаю, ты поверь. О всем, о чем мечтаешь, не бойся двигаться вперед. В моей же славе будешь, в душе твоей растает лед. Меня ты точно знаешь. Дари любовь свою другим, ты нужен моим людям. Я поддержу тебя в пути, являюсь я вам другом. Молись же только, не забудь и знай, всегда с тобою я благодать тебе несу и верой укрепляю. Все, что захочешь получить, зови меня на помощь, и я знаю, все тебе дано, и сделать ты все сможешь. В молитве стой и прославляй Иисуса своего, наполнит тело Дух Святой, и будешь иметь все. Спасибо. So the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. The testimony of Jesus has power. Свидетельство Иисуса. There you go. Свидетельство Иисуса имеет силу. So what I'm looking for. И то, что я хочу увидеть. Is the spirit that is released when you tell the story. Это дух, который высвобождается, когда вы рассказываете историю. If it's just your story. Если это просто ваша история, it's like, okay. Oh, yeah. Ну тогда, ну, хорошо. But it may be good and inspirational. Возможно, она будет вдохновлять. But when God is on something, it releases life. Но когда там есть Бог, то эта история высвобождает жизнь. And hope in the hearers. И надежду. So that's why we need to practice getting good at telling stories. Поэтому нам нужно тренироваться, чтобы рассказывать истории хорошо. We had a businessman come to a conference. Один бизнесмен приехал к нам на конференцию. He comes up to me. Он подходит ко мне. He has an HR business. У него HR бизнес. And he says, I'm here. Он говорит, я приехал. But I am a skeptic. Но я скептик. I said, perfect. Я говорю, отлично. Come back to me tomorrow and tell me what you experience. Приди ко мне завтра или подойди ко мне завтра и расскажи, что ты переживал. He comes at the end of the conference. Он подходит ко мне в конце конференции.
He goes, at the start of the week, он говорит, в начале недели I didn't even know I had a soul. Я даже не знал, что у меня есть душа. Now I feel like my... And now I feel like my soul is on fire. А теперь я чувствую, что моя душа горит. He goes home. He can't stop crying for 3 days. И когда он уехал домой, он не мог остановиться плакать в течение 3 дней. He says, on earth as it is in heaven. Он говорит, на земле, как на небесах. So he says, and they were involved in a lawsuit. И он был вовлечен в суд, в судебный процесс. So he was praying, and he felt like I should drop the lawsuit. И когда он молился, он почувствовал, что ему нужно закрыть этот судебный процесс. И он подходит к своему замдиректору и говорит, давай выйдем из этого судебного процесса, и этого заместителя директора звали Майк. И Майк говорит, ты crazy Russian? И Майк говорит, ты сумасшедший русский. Почему мы будем выходить из этого судебного процесса? Они должны нам эти деньги. But Tim says, no, you do, I'm the boss. So Mike tells the lawyer to pull out of the lawsuit. Mike говорит юристу, чтобы тот вышел из этого судебного процесса. One month later, через 1 месяц Tim is in Mike's office. Тим приходит в офис Майка. Mike does not know Jesus. Майк не знал Иисуса. Майк говорит, ты не поверишь. За 57 лет компании у нас был лучший месяц продаж. Это, возможно, карма из-за того, что мы вышли из этого судебного процесса. Когда он говорил это, звонит телефон. Ring, 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 ring. Ring, ring. И он отвечает на телефон. И это юрист, saying, который говорит, я знаю, что вы закрыли дело, но компания, которую вы судили, она приняла решение все равно сделать выплату в вашу сторону. И поэтому они высылают вам чек. So pause. Остановись. Какая атмосфера? Ты вдохновился мной? Или ты вдохновляешься Богом? Хороший ответ. И сейчас 15 минут перерыв. И когда вы будете пить воду или кофе, и подойдите к кому-нибудь и спросите о истории благой вести. And then just practice. И практикуйтесь. What was the situation? Какая была ситуация? What did God do? Что сделал Бог? What was the outcome? И что произошло после? And keep it short, 2 minutes. И пусть эти истории будут короткими. Okay, you're released.